В этом видеоролике мы приготовим филе индейки в аджике в мультиварке Vitec VT4215. Нам потребуется 600 грамм филе индейки, 50 грамм сыра, 1 чайная ложка аджики, 1 столовая ложка майонеза, 2 столовые ложки растительного масла и 1 чайная ложка соли. Филе индейки необходимо помыть, промокнуть салфеткой, порезать поперек волокон на кусочки толщиной 2 см. Затем эти кусочки необходимо отбить молоточком, обмазать аджикой и посолить. Включить режим поджаривания на 20 минут. В чашу налить растительное масло и выложить кусочки филе плотно друг к другу. Закрыть крышку и готовить 13 минут. Затем нужно потереть сыр на мелкой терке. Затем кусочки мяса необходимо перевернуть и готовить до окончания режима. После чего филе индейки нужно переложить на тарелку. Кусочки мяса необходимо тонко смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Филе индейки в аджике готово. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.